Всем привет! Сегодня у нас будет интересный и, как для меня, необычный роллинг. Роллинг на 21 тысячу самоцветов на нулевом аккаунте, на котором нет ни доната, нет ни героев. Как видите, вообще ничего нет. Человек просто тупо забирал все награды, накопил 21 тысячу самоцветов. И дал паролить ему. Ну, сейчас попробуем что-то интересное выбить. Заодно посмотрим, как на нулевых аккаунтах, вообще без какой-либо прокачки, прокачаем. Точнее, получим, прокачаем. Я даже не знаю, как это назвать. Но посмотрим, что мы получим за 21 тысячу самоцветов. Ну, поехали. Бесплатно нам падает эктоплазм для прокачки скилла. Ну, давайте по 450, как всегда. 3 синие. Ну, а где герои? Вот это гон. Смотрите, падает одна только синь. Одна зелень упала за 150. Ведьма суккуб. Ну, в принципе, неплохо. Давайте так попробуем. Тритон убийца. Ну, как бы ведьма суккуб — это не то, что хотелось бы. Оборотень, ангел. Все, места у нас закончились. Побежали обратно на склад. 5000 самоцветов и два каких-то несчастных героя. Ну, Афина на таком аккаунте — это уже очень большой плюс будет. Супер. 8000 самоцветов Афина. Хорош. Сейчас мы ее даже распакуем. Ой, тут даже можно изначально посмотреть, как прокачать судьбу. Я как нуб посмотрю, а то я не знаю, как ее качать. Все, спасибо IGG за то, что помогли. Ну, давайте посмотрим. Кого-то... О, смотрите, сколько нам тут огненной защиты нападало. Правда, пятерок особо нет. Сейчас мы покормим эктоплазму. Так, хорошо. Давайте откроем. Один из топовых героев за 8к. Плюс ведьма. Ну, поехали дальше. Посмотрим, как рандомчик нам поможет. Так, а ну какие у них талантики? 3-5, 1-5, 3-8. Ну... В принципе, неплохо. Получить Афину на такой начальный аккаунт я бы сам даже не отказался. Побежали дальше. Купидон. Тоже хорошо. Бафер есть. Ну давай что-то. Давайте плюс 5 слотов. Ёб твою мать, ну это вообще же гон. Бигфут, Афина. На 10к самов на начальном аккаунте. Охренеть. Тут подземки просто будут пройдены. Сюда еще тыковка, Купидон уже есть. Супер. Открываем Бигфута. И Купидончика. Круто. Владелец аккаунта, конечно, будет очень рад. Так, давайте дальше. Один. А что у Купидона? Ну, короче, топовые таланты, как обычно. Поехали дальше. Еще 10 косамов.
450. Ну давай. Леди Лео. В принципе, на подземках тоже неплохо. Так, ну-ка, удиви. Ну, как видите, еще одна ведьма повторка. Душегуб. Ну, тоже где-то неплохо. Но хотелось бы какого-то еще эпического одного героя. Ну, как видите. Шанс. Не очень. И Дед Мороз. Ну, для подземок, думаю, нормально еще тыковку сюда вклеить. Давайте их пооткрываем. Ради интереса. Так, ведьму трогать не будем. Давайте Деда Мороза используем. Сейчас еще кого-то сольем. Афина, Дед Мороз, ведьма, Бигфут. Я думаю, неплохо, неплохо. Стойкость. Ну, он сам определится уже, кому ее поставить. Давайте сольем зелень. Ничего себе, даже получит ачивку. И откроем еще душика. И Леди Лео. Так, смотрим. Суккуб. Купидон, Дед Мороз ожил. Ну, душек даже с коркой пятой выпал, правда, она без толку. Леди Лео, воодушевление. Тут у нас просвет стоит на ведьме. Тяжелый удар. Бигфут с ожогом. Можно даже ему на первое время поставить вот так вот стойкость. Ну и все. И на этом все. Вот такой был интересный роллинг. Не знаю, для меня он интересен, потому что как бы аккаунт вообще полностью без ничего. И на нем сразу там пару имбовых топовых героев, которых стоит даже немножко прокачать, и аккаунт можно будет нормально поднять. Ну, поздравляю владельца аккаунта. Надеюсь, он найдет ему применение. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте заявочки по ссылке. Точнее, под видео идет бегающая строка. Пишите в телегу, кидайте заявочки. Всем пока!